Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 августа. Вот раз я вышла, здесь хожу по огороду и решила показать вам еще один томат. Это томат черри. Вообще черри я выращиваю очень редко. У нас детей маленьких сильно нет, все уже выросли. Но вот этот вот томат «Сладкая встреча», мне прислали семена. Я не покупала, а просто прислали люди. Я решила его в этом году посадить. И посмотрите, какие очаровательные. Правда, один лопнул. Кисточки он образует. Ну, вы все знаете, что черри — это как от слова вишенка. Очень маленькие томаты размера с вишню, там от 20 до 50 грамм. Ну, вот это вот черри «Сладкая встреча» считается одним из самых мелкоплодных. Я вообще выращивала в прошлом году медовая капля. «Сладкую встречу» не выращивала. Он впервые. Я потом буду дегустацию проводить. Расскажу вам. Ну, конечно, черри выращивают те, скорее всего, у кого детки, потому что дети очень любят. Эти томаты считаются самыми сладенькими, самыми удобными для детского употребления. Вот так взял одну ягодку, раз в рот и съел. Конечно, они очаровательны. Вот смотрите, какие прям богатые кисточки. Все-все-все-все унизаны. Ну и, скорее всего, он сладкий. Я его, если честно, еще не пробовала. Единственное, что вот первая кисть, когда поспела, что он поспел, не все, вот они как, смотрите, вот эти уже спеют, эти еще зеленые. Я хотела подождать, когда вся поспеет, но те, которые поспели раньше, они уже начали лопаться, и мне теперь придется половину общипать, а вот эти вот низ оставить. Будет, конечно, уже не так декоративно, но вот вы хотя бы увидите сейчас, как выглядит, кто ни разу не выращивал томат «Сладкая встреча». Все.